Уже четвертый год подряд в День Конституции в Чувашии проводят финальный этап Республиканской Олимпиады среди старшеклассников «Я гражданин России». В задание заглянула наша съемочная группа. Из каких палат состоит Федеральное собрание? Какие функции у Госдумы и Совета Федерации? Что можно считать признаками демократического политического режима? Это вопросы школьных этапов Олимпиады. На республиканские попали самые сильные ученики. Называется Олимпиада «Я гражданин России». Участвуют в ней лучшие школьники со всех районов и городов республики. Зачет проводится, итоги подводятся как в командном зачете, так и в индивидуальном. Победители получают хорошие призы. Вопросы включают в себя такие разделы, как история государства России, история Чувашской республики. Вопросы, конечно же, есть вопросы по Конституции Российской Федерации. Примерно половина вопросов связана с выборами. Авторы вопросов признаются, задания сложные, но участники Олимпиады, многие из которых Конституцию читают на ночь вместо художественной литературы, считают, что справиться можно. Я в первый раз участвую в таком конкурсе. Вопросы, на мой взгляд, были не совсем сложными. И мне кажется, очень важно каждому знать об избирательном праве. В будущем я планирую стать юристом. Штудировали учебники, и теперь надеются на победу не только будущие юристы. На Олимпиаде я участвую в первый раз. Вопросы довольно простые при должной подготовке. Конституцию знать довольно важно. Для каждого гражданина Российской Федерации, так как это наш основной закон, в котором прописаны все основные статьи, наши права, обязанности. Собираюсь поступать я, конечно, не на юридические, а скорее больше на военную стезю. Некоторые вопросы вызывали затруднения, но в некоторых вопросах я была абсолютно уверена, потому что готовилась по Конституции. Я считаю, что это основа основ, и каждый человек должен владеть и понимать, какие у него есть права и свободы. Итоги Олимпиады подведут 15 декабря. Победители войдут в сборную команду Чувашии и будут представлять республику на подобных соревнованиях в других регионах.